Друзья, распустился первый нарцисс сорта Карлтон с таким широким прицветником, как дудка, ярко-ярко-желтый. Самый первый, начало апреля 23-го года, Подмосковье. Красавец. И главное, совершенно не пахнет. У меня тут очень много нарциссов, вот целый рядочек. Нарцисс самый душистый, белый, нарцисс поэтический. А это хоть и красавчик, но еле-еле уловимый запах.